Значит, сегодня наш мастер-класс будет называться «Как самостоятельно справиться с просрочками по банковским кредитам». Сегодня я хочу рассказать, что нужно делать, если вы взяли кредит, а возможность его выплачивать исчезла. К сожалению или к счастью, мы с вами не можем предугадать, что с нами случится завтра. Значит, несмотря на то, что возникают проблемы по кредитам, тем не менее, я сегодня построила таким образом урок, что я расскажу вам о том, и как взять правильно кредит, как минимизировать свои всевозможные риски. И сегодня на уроке вы поймете, что кредит – это благо, а банк – это простые предприниматели и не более того. Что входит в полный пакет документов на кредит и как быть в случае его потери. Как общаться с коллекторами, которые совершенно бесцеремонно врываются в вашу жизнь, нарушают покой вас и вашей семьи. Как составить распоряжение и претензию в банк. Зачем и почему это нужно делать. Что писать в этих документах. Судебные разбирательства, как подать на банк в суд. Вы узнаете, что может существенно уменьшить сумму задолженности, незаконные комиссии, штрафы, переплаты, как банк рассчитывает кредиты, как рассчитывать переплату по кредиту, формула аннуитетного и дифференцированного платежа, как ими пользоваться, мы сегодня с вами посчитаем, и что вы оплачиваете на самом деле, будет формула процентной ставки. И разберем также два вида неустойки, штрафы и пени, как их рассчитывать. Значит, сразу хочу вам сказать, вы, пожалуйста, не переживайте. Значит, вся информация продублирована на слайдах. А как только мы подойдем к формулам или надо будет что-то записать, я в обязательном порядке остановлюсь для того, чтобы вы записали, спрошу, и вы мне будете давать обратную связь. Как запишите, мы пойдем дальше, поэтому не переживайте, все успеете.